just happy that we can be a part of it. We're the ones that are grateful. Это очень большая для нас помощь. Вы не представляете, как мы счастливы. Меня зовут Ирина. Мы родина Сикорских. Это мой человек Вячеслав и сын Игор. Еще у нас есть трое деточок. Сыночек Женя, сыночек Дмитро и донька Мария. На сегодняшний день мы проживаем в гуртожитку и маємо две кімнатки. Там невеличкі. Це, звичайно, дуже дискомфортно. У нас був гарний будинок великий. І нас багато в родині, тому нам дуже некомфортно. І я безпосередньо кондитер. На жаль, в мене було зруйноване моє пекарське обладнання, яке я мала. І тому я залишилась без роботи. Але трошки викручуюсь. Потрошки щось роблю, але вже не в таких кількостях. Радую діточок. Чоловік В'ячеслав працює на хлібокомбінаті. Він інженер. Тут от була твоя пекарня. Вон наша дверь, яка вилетіла. Так що от он, русский мир. От он. Весь во всій своїй красі. Вот это вот. Самое страшное, коли я дізналась про те, що був зруйнований наш будинок. Це була сама страшніша звістка, тому що людина без дому це дуже страшно і дуже важко. Это мой деревянный дом. Сложился. Некоторые вещи, скорее всего, оттуда вытащить можно будет. Местные говорят, здесь над землей взорвалась типа кассетной бомбы, и огненные лучи разлетелись во все стороны. Вот так вот. Вот она история. Смотрите и думайте, кто брат, а кто враг. Звичайно, хочемо миру, щоб скоріше все це закінчилося. Дай Боже, це буде якнайскорше. І, звичайно, не опускати руки, відбудуватися, жити. Якісь плани робити все, щоб було гарно на участку, знов все привести до ладу, знов завести огородик, садити квіточки, насолоджуватись життям, так як це було раніше. Ми були дуже щасливі тут. We're just grateful that we get to be a part of this and hopefully in the story of this wonderful family. Ми очень рады, что мы можем теперь всей семьей опять объединиться и быть все вместе. Для нас это очень важно. Я поражена. Здесь очень хорошо, очень уютно. Я вам хочу сказать, что здесь пахнет моим домом, потому что мой дом был деревянный, и там тоже так пахло. Это невероятно. Это невероятно. Это сделано с душой. Это сделано для людей, для постоянного времени жительства, чтобы провести многие годы. Это невероятно. Спасибо вам огромное. Это... которую я хочу подарить вам от всего сердца. Эту работу рисовала моя дочь, когда ей было 12 лет. Сейчас ей 22 года, то есть 10 лет назад. И она чудом уцелела в нашем доме. Поэтому она вдвойне дорога для нас, и я думаю, будет дорога для вас. Это на память от нашей семьи. What an extraordinary gift, and we are so grateful to receive it, and we will absolutely hang it in a place of honor and think of you all every time that we look at it and remember
how important it is to be grateful for not only what we have, but what we're able to give and the connection that we have with all of you. Thank you.